Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 28 января 2021 года. И вот совсем недавно ко мне приехали мои новые питомцы. Это цыплятки, им 1 месяц, китайская шелковая курочка. Кто-то из них, возможно, станет петушком, кто-то курочкой. Пока еще в этом возрасте это неизвестно. Эта порода курочек отличается черным мясом, черные ножки, огромные красивые выразительные черные глазки. На лапках 5 пальчиков, не как у обычных курочек по 3 пальчика, а здесь еще дополнительные пальчики на лапках. И вместо перьев у них пух наподобие, как их называют, курица с кошачьей или кроличьей шерстью. Очень мягкие, шелковые. Раз в месяц их можно подстригать и из их шерсти вязать какие-то изделия. Это цвет белый. И у меня еще заказаны на весну лавандовые. Пока они еще побаиваются и волнуются, поэтому не будем долго их мучить. Они уехали к нам долго, устали. Будем постепенно наблюдать, как они будут подрастать. Оставлю их в покое, потому что это не все новые наши питомцы на сегодняшний день. Конечно же, дальше я буду показывать и рассказывать подробно о всех наших и новых, и старых питомцев. Это мои перепела, фениксы, вот так подросли. Сегодня временно вот так вот мы расселили на скорую руку, что называется. На кроликов нам еще не пришли клетки, только 1 числа придут, поэтому кролики пока теснятся в своих старых клеточках. К нам приехали уже половозрелые перепела. Эта порода называется селадон. И они уже успели снести нам 2 голубых яичка. Одно яйцо снесли по пути к нам, пока ехали. И одно здесь уже, когда вот я их переселила в новую клеточку. Купили вот такие, это для птицы клеточки. Вот такого же плана приедут для кроликов. То есть железные с сетчатым дном, чтобы все проваливалось куда положено в подносик. А птица селадон, ну вот отличается своими голубыми яйцами. И, как сказали мне, вредным характером. Хотела приобрести больше, но что-то меня заводчик отговорил. Поэтому взяла 5 штучек на пробу. Понравится, не понравится в содержании, посмотрим. Красивая, не очень крупная птица. А мне вот достались такие вот коричневые. Очень даже нарядные цыпы. Тут 4 курочки и 1 петушок. А вообще они бывают разных-разных расцветах тоже. И черные с белой грудью. Ну, разные бывают. Поэтому я хочу попробовать, это уже половозрелая птица, проинкубировать эти яйца. Ну, вот еще немножко нанесут. Так, ну, за несколько дней соберу. И попробую проинкубировать вместе с другими голубыми и зелеными яйцами, которые я также сегодня приобрела для инкубирования. Ой! Что-то мои сегодня прям так разнервничались. Перепелочки. Как приехали новые перепела, они прям тут так запаниковали, так заволновались, прям такие все недовольные. А я еще приобрела себе вот такие вот изумительные яйца для инкубации. Они голубого и зеленого цвета. Это яйца курицы. Порода называется, сейчас скажу, попробую, Ухей и Люй. Это черная курица с черными гребнем, мясом, костями, внутренними органами. Все у нее черное, яйцо голубое и зеленое. Буду пробовать инкубировать. Если не получится, просто куплю позже цыплят. Сейчас январь месяц, еще не сезон. И люди еще... Господи, что-то у меня разбуянились мои птицы. Не, скажем, инкубируют это все и не разводят в больших количествах. Все это будет разводиться к весне, но мне таки удалось купить вот эту прелесть. Это, как я и планировала сделать, значит, я купила себе некровных к моим перепелят фениксов. И не только. Здесь у меня еще фея.
Фея – это птичка-перепел, похожая на феникса, но отличается цветом. У нее серебристо-голубой цвет перьев. Яйца такие же, как у фениксов. Здесь у меня 32 перепеленка. Вот такой ответственный заводчик, отправляя нам малышей с запасом на случай гибели в дороге. Им еще нету, скажем так, и недельки, поэтому, конечно, гибель возможна. Вот, значит, чем отличается в малыше феникс у нас от феи? Фея, ну, на одни сутки она помладше, но у нее перо как будто пух. Она тоже у меня разного цвета, но вот такой вот перепеленок феникс полосатый, а вот такой вот перепеленок феечки. Вот еще фея, видите, она какая-то как пуховая. Ну и слегка поменьше. Они, ну, как бы феникс — это такая мясо-яичная порода. У меня вот, вот там еще пушистик такой на кормушке, это тоже фея. И вот тот желтенький, у них какой-то. Ну, они помладше на одни сутки, но перьев меньше. Посмотрите, я им поставила кормушку, они туда спать залезают. Буду обязательно показывать и рассказывать, как будут расти наши птенчики, как будет происходить инкубация яиц. Ну и хочу попробовать накопить немножко селадонов яиц. Всего 4 курочки, значит, это где-то 4 яйца в день, и не обязательно каждый день. Селадоны не очень хорошо несутся. Но я купила, собственно, для того, чтобы по... удивлять немножко мою внучку. Ну, скажем так, если их будет немного, я не расстроюсь. Немножко меня напугал заводчик, сказав о том, что селадон достаточно капризная во всех отношениях птичка, и в содержании, и в выращивании, и в инкубации. То есть, как бы можно хорошие яйца на инкубацию, как говорится, отобрать, и ничего из них не получится, ничего не вылупится. То есть такая сложная и в разведении, и в содержании. Почему взяла всего 4, хотела взять больше? Потому что, сказали, они очень забивают друг друга. Те, которые самцы, очень бьют самочек, прямо выщипывают, ощипывают. Но мне от заводчика приехала шикарная птица. Может быть, она отдельно самцов держала, отдельно самочек. Ничего не общипанное, то есть очень довольна состоянием внешнего вида птицы. Активные, все сразу начали кушать. Единственное, почему-то... мои сегодня как-то вот после переселения прям так нервничают, что их так вот смутило и возмутило, прям не знаю. Вон она лежит. Так что, если вам интересно, дорогие друзья, посмотреть, что у меня из этого всего получится, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марины Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!